У саровчанки злоумышленники похитили 280 тысяч рублей. Женщине позвонили на телефон. Неизвестный представился сотрудником единого портала государственных услуг и сообщил ложную информацию о том, что мошенники пытаются оформить кредит на ее имя. Поэтому нужно опередить их и оформить кредитный договор на себя, а полученные деньги перевести на безопасный счет. Злоумышленники заверили, что в таком случае кредит автоматически будет погашен. Саровчанка выполнила все инструкции. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Еще один житель города передал в руки преступника более крупную сумму – более 3 миллионов рублей. Ему позвонил неизвестный, представился сотрудником безопасности банка, сообщил ложную информацию о том, что его денежные средства, находящиеся на вкладе, находятся под угрозой, и убедил 77-летнего мужчину в том, что необходимо изменить установочные данные в приложении банка, то есть сменить привязанный к карте номер мобильного телефона. Мужчина выполнил все инструкции мошенников. Злоумышленники получили доступ к интернет-банку и перевели все деньги, находящиеся на счету. Было сообщение о хищении продуктов питания на сумму около 5000 рублей из магазина, расположенного на улице Курчатова. Личность похитителя установлена. Это саровчанка 1985 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса «Кража». С велосипеда, находящегося на лестничной площадке дома, расположенного на улице Павлика Морозова, похитили сиденье. Стражи дорог за прошедшую неделю зарегистрировали 5 ДТП с материальным ущербом. Случаев с пострадавшими не было. 6 водителей задержали в состоянии алкогольного опьянения. Светлана Ернова, Руслан Лапшин, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.